привет, с вами Тео и Детки. Уже совсем скоро начнется самое яркое выступление на форуме Леонида Агутина. Сегодня нет никаких правил, ведь мы на концерте группы «Против правил». Но так как форум у нас образовательный, дети смогут не только увидеть выступление звезд, но и научиться зажигать как артисты большой сцены. Расскажите о концерте группы «Против правил». Слушайте, ну это будет сумасшедшее яркое событие, потому что это будет авторский концерт Леры, Сократа, часовая, не знаю, сумасшедшая история, поэтому обязательно это нельзя никак пропустить. Ребята будут исполнять свой авторский материал, песни, которые уже полюбились зрителям, возможно, какие-то песни будут новые для вас, но в любом случае это будет заряд энергии и сумасшедшее музыкальное событие, это обязательно приди, не пропусти. Лера и Сократ — жюри вокального конкурса, а также муж и жена. И вместе они – группа «Против правил», которые выступают в рамках форума на Красной Поляне со своим авторским концертом. Они – одни из самых ярких артистов шоу-бизнеса, которые участвовали на телепроекте «Голос» и «Победитель» на Первом канале. А также большие друзья самого Леонида Агутина. Расскажите, как появилось такое необычное название вашей группы? Это интересная история. Когда-то после проекта «Голос» мы с Кириллом объединились в дуэт. Мы долго не знали, как назвать наш коллектив, и работали просто по именам. И нам стало поступать большое количество предложений от разных продюсеров. Мы были в разных кабинетах, и разные люди, очень большие люди шоу-бизнеса говорили нам: ну это как-то неправильно писать, это слишком сложные песни, и быть парой — это слишком скучно, у вас все будет зашибись, но вам нужно каких-то конфликтов, скандалов, и вообще лучше никому не говорить, что вы пара, и таких «но» было очень много. И мы решили, ну, значит, мы будем против правил, мы будем делать музыку, которую хотим, мы будем говорить о ценностях, о любви и просто быть честными с собой. Мы двигаемся, работаем, развиваемся против всяких правил шоу-бизнеса, каких-либо клише и стандартов. Мы, в принципе, и есть против правил. Как вы попали в группу «Против правил»? Если коротко, то через родственные связи. Меня пригласил барабанщик Олег. Сказал, что есть неплохая группа, можем поиграть. Я пришел, и вот я играю. Меня пригласил барабанщик Олег. Это опять я. Ну, в принципе, я собрал группу «Против правил», позвал Сергея, позвал Илью, а меня нашли Лера с Кириллом. Как вы познакомились с этой группой? Ой, мы познакомились, на самом деле, очень смешно, потому что брат Леры, Валерий Сушиной, это мой подопечный, мой ученик. Они были на проекте у нас, на проекте «Голос», они приходили как участники, там мы познакомились, там и случился этот союз прекрасный, как творческий именно союз, и ребята создали эту группу. Есть ли у вас какие-то правила в группе? У нас есть устав. Это когда каждый член команды четко знает свои обязанности и следует их указаниям. Как я скажу, так и будет. Никаких правил. Безусловно, есть человеческие правила. Как минимум, приходить вовремя, очень качественно готовиться к концертам. Абсолютно никаких правил нету, поэтому мы свободны, раскрепощенные, отдаемся на 468% в сцене, вам, публике, вам все круто. А извините, молодые люди, отойдите, интервью даю. Подальше, пожалуйста. Спасибо. Несмотря на то, что мы против правил, мы крайне профессионально относимся к своему делу. И у нас, безусловно, очень строгий руководитель, его зовут Кирилл Остапов. Вот, поэтому никто не опаздывает, все всегда готовы к каждому выступлению, к каждому шоу, так как мы все свои концерты, все свои
новые программы концертные делаем сами. Без хорошей дисциплины это невозможно. Поэтому, конечно же, у нас есть правила, но все это только с любовью, с радостью, с весельем, потому что мы большая дружная семья. Лучше зажги нам тут свет. Сейчас забомбим под мой сет. Ты давай с нами плевать на соцсеть. Двигайся в такт за моей волной. Вы такая энергичная, сейчас в ожидании малыша. Вот вы как-то себя ограничиваете? Или вы, ваш малыш танцует вместе с вами? Мой малыш, по-моему, брейк-дансер уже точно. У него нет выбора. Сегодня ему снова предстоит выступать. Он уже отработал большое количество концертов и снялся в большом количестве кино. Самые смешные моменты, которые вам очень запомнились? Вчера смешной момент был, я на самолет опоздал. Очень много было смешных моментов, очень много, потому что Лера и Кирилл очень веселые ребята. Я думаю, все об этом знают. И, собственно, мы всегда смеемся, всегда улыбаемся, всегда на позитиве. У нас все выступления проходят очень достаточно весело, задорно, с перчинкой. Истории тысячи мы как-нибудь там подберем подборочку, может, в Инстаграм как-нибудь фан-группу выложим. Мы с Кирюшей записывали кавера и снимали под них интересные, красивые лирические ролики в Инстаграм. И, значит, мы встаем возле прудика на такой возвышенности и танцуем с ним. Поставили камеру на землю. И танцуем. И в какой-то момент я делаю резкий поворот, и по инерции я начинаю спускаться по горке. То есть, понимаешь, здесь горка, здесь пруд. Внимание, горка, пруд. И вот так вот по ней бежит Лера. Кирилл не бежит, не спасает меня. Он берет камеру и начинает меня снимать. Был выбор либо посмотреть на человека, который явно не тонет, либо взять камеру и точно снять крутое видео, которое останется нам на память. Собственно говоря, так и произошло. Почему именно против правил вы пригласились с большим концертом? Ну, во-первых, я очень люблю этих ребят. Я считаю, что они невероятно талантливы, невероятно зажигательные и невероятно профессиональные. Мы вообще очень любим талантливых людей, как вы заметили. И ребята были в проекте «Голос» в команде Леонида Николаевича Агутина. Вот, поэтому карты все сложились. Какая любимая песня ваша, которую исполняют Лера и Кирилл? Она еще не написана. You are my all. Вот сегодня прозвучит моя самая любимая, я очень обожаю ее играть. Она называется «Я такая». У меня много любимых песен, и «Ты беги», и «Волынка», и «Это опасно», и много-много. Ребята безумно талантливые, и это очень радует. Радует вообще наблюдать за этой парой, за их творчеством, и отдельное творчество, и вместе как группа. Фух, это было очень мощно, шумно, весело и просто наслаждаться.